позвонили и сказали, что заранее лекарство, которое прошло суд, установили, что мне положено 450 тысяч рублей. А 43 тысячи нужно заплатить за ячейку, чтобы выплатить мне эту сумму. Эта сумма удвоилась и образовалась 903 тысячи. А раз 903 тысячи, сертификат идет на миллион, 97 тысяч не хватает до миллиона, нужно внести эту сумму, чтобы получился миллион, выплатить, мол, через 15 минут. Сказали, что банк наложил на них штраф, который сейчас нужно внести 110 тысяч и перевести деньги на карту. И когда вы поняли, что вас обманывают? Когда сказали идти в банк и брать деньги.